машины. Брошенные машины. Брошенные машины есть. Люди что-то ждут. Высматривают, как будто колонна впереди. Сейчас будем потихоньку пробираться. Хотя нам, может, лучше на встречке было поехать. Потому что встречка пустая, а тут брошенная техника, видишь. Да, ну, но если мы ее объехать сможем, то сможем. Если нет, то мы развернемся и по встречке поедем. Сейчас посмотрим потихоньку. Брошенная техника, вот, да. Ребят. Везде брошенная техника. Но наша уже. Это наша, да. Хотя вчера по вчерашним видео, вот, очевидцам, здесь находились российские танки, российские войска. Сейчас не здесь хватит, наши, но... Не проедем. Не проедем? Там нет, а здесь... Ну, здесь вон. Можно попробовать. Ну, блядь, там надо на встречку, Серый. Сейчас зажмемся в тиски. Что, мы не всунемся, не проедем? Потихоньку едем просто, блядь, сколько. А, вон едут машины с города, смотри. Вот машины с города едут. А ну давай потихоньку, давай, Серый, давай. Просто тут, ну понял. Что? Ну тут вот так, с каждой стороны, блядь. Ну а тут чуть-чуть, тут сюда позволяет немножко, да, давай. Позволяет, да? Да, да. Все. Вот машины едут, смотри. Вот машины да. С города, с Херсона. Да, на вот. На аварийке. Вот машины, танка. Танки, да. Защита это ебучая. Сейчас вот подъезжаем потихонечку в блокпосту, ребята. Блокпост, который Посад назывался, это украинский херсонский пост был. Херсонский блокпост, ну обычно блокпост, вот Посад. Ограда вот лежит полностью, половина вот смотрите, снесли нахер. Человек лежит. Человек лежит. Ой-ой-ой-ой, блядь. Походу гражданский даже, да? Да. Гражданский. Ну, либо переодетый. Потому что лежит рядом с техникой. Мертвый. Никто не забрал даже людей, ебать. С поля боя, нахуй.